Всем привет, друзья, с вами Карабаш74, и сегодня мы посмотрим на Mercedes Actros, который у нас идет вместе с Тралом. Я именно только поэтому буду на него смотреть. Сама модель, она, там, по-моему, указано, что она сконверчена, 3D-модель грузовика из игры, по-моему, лесорубов этих, это игра. Вот, она оттуда сконверчена по поводу этого... И сконверчена она достаточно хреново. То есть даже колеса у нас идут шестигранником. То есть реально полигонов очень-очень мало. На крыльях полигоны, на колесах. Да. Единственное, где нет полигонов, это скорее всего на крыше. И то они просматриваются, углы вот эти вот, все это видать. Вид из салона у нас есть. Текстура фар. Отвратительная, конечно, текстура. Сигнал, к сожалению, снимаю подряд, некогда, конечно, выгребать было. Сигнал остался от четырки. Вот. Ну, хрен его знает. То есть, я вообще не представляю, для чего нужен такой автомобиль. Я думаю, что игре он точно не нужен. Карданы, кстати, есть. Да, карданы вращаются, это неплохо. Стоп-сигналы горят, задние горят. Есть анимация брызговиков. Ну и вроде бы и все. Давайте посмотрим на аддоны. Что тут можно к ней присобачить. Сцепка. Естественно, сцепочка у нас идет. Mercedes Actros Трал. Давайте Трал мы оставим пока. Цистерна прицепляется. Наша любимая цистерна, на которой солярку можно возить. Ну, я думаю, что она, что этот мерин обсерится, если только на нем не завышена проходимость. Есть у нас полуприцеп наш и этот еще. То есть в основном весь дефолт. Так, и ставим, естественно, трал чуть-чуть вперед. Сейчас проедем звук. Звук отсутствует у нее свой. Так, ве, парковочные опоры выдвигаем. И нам нужно открыть заднюю вот эту херобору. Вот так вот. Пересаживаемся в наш, естественно, МАЗ. Берем в руки геймпад и пытаемся заехать. Господи, как джойстик вибрирует, это же ужас. Как вы все помните, я здесь это место расчистил. Теперь мы без проблем можем выехать. И столбик перенес. То есть не надо по 10 раз туда-сюда на нем хренач всего. Давайте попробуем по следам проехать. Сходится по следам, не? Нихера себе. Да походу вообще нихера не сходится. Если только посередине есть колесо. Поехали! Давай, сука, мимо чуть-чуть. Но его очень трудно будет сюда загнать, и это было изначально понятно, потому что он просто банально узкая колея. То есть крас, масс точнее, просто проваливается. Три урона откуда-то взялось. Если его как-то сбоку, нет, на него не запереть этот МАЗ. И это очень хреново. Давайте попробуем КАМАЗ на него затолкать, либо ЗИЛОК. Что, в принципе, вполне, я думаю, что разумнее будет. Так. КАМАЗ. А, там голубой вообще-то стоял, надо было голубой взять. Испытания, так сказать, проведем небольшие. И на этом, я думаю, что можно будет заканчивать. Указано, что это низкорамный, как он называется-то, господи. Ну, вот этот эвакуатор низкорамный. И он почему-то, ну, по ширине колея, конечно, у него отвратительная. В принципе, КАМАЗик как нельзя здесь... Нормально становится. Я думаю, что можно загнать второй, и будет тоже хорошо.
Так. Заглушить, пересесть. Сука, только так. Пересесть. Давайте второй загоним, КамАЗ. Сегодня КамАЗы повезем одни. Раз не влазит. Я думаю, что затолкать можно, если кто-то его засунет туда. То пришлите фотки в группе под постом, скиньте, посмотрим, посмеемся. Да. И можно чуть-чуть приподнять эту херню. Так. Не помню. Как он у нас? Нет, это свет. Короче, буковка R и Т. Нет, он обсерится. Он не поднимет, он КамАЗ. Так. Ладно. Мы парковочные опоры убираем. И поперли. Тяжеловато, да. Вести, я думаю, что без всяких проблем будет. Включаем дифференциал, полный привод. И, собственно, едем. Достаточно неплохо. Использовать его как эвакуатор, возможно. А лучше, я думаю, что просто взять и... Что ж тебя, мать, так выгнуло-то? Здесь надо с разгончика. А вот теперь совсем все плохо. Вау, а что ты так на дыбы встал? Да, надо было с разгона, блин, сука. Ай. Быстрее заводись. Поехали спасать. Сейчас мы его немножко назад. Нам надо чуть-чуть его поддернуть, чтобы просто... Для того, чтобы нам с разгону попробовать вылететь туда. Во! Думаю, что все. Да, низкорамное наше чудище. Так, готово. К труду и обороне. Сдаем чуть-чуть назад. И пробуем выехать очень быстро отсюда. Потому что реально получается так, что мы просто виснем здесь. Давай. Парковочные опоры загибаются. То, кстати, заметил тот... Очень, очень, так сказать, да что ж ты, паскуда, а? Нет, его только здесь. Либо надо еще больше разгона. Давай, шестигранник, етит твоя мать. Влетим. Оу-оу-оу-оу. Куда нах? Нах. Куда ж ты нах? Сука, эти опоры реально. Вы смотрите, что. Да ты чё, мать? Блять, зацепиться-то не за что.
Не, ну я же все равно это так не оставлю. Да иди нахер. Ну тяжесть, конечно, пипец. Надо было просто газульку в пол выдавливать, докуда бы доехали. До туда и доехали. Оп, поехал. Нет, еще немного. Да-да-да, есть. Стоп. По-моему, мы вытащили. Это не может не радовать. Поехали. Да. КамАЗа у нас прямо сегодня. Скриншотик. Упс, тихо. Врубаем дифференциал. Ну, он очень низкорамный. Очень. Любая кочка и все, и он просто тупо встает. Повышенную врубаем, и он становится практически неуправляемым. Очень трудно рулить им. Как железнодорожный состав, как я уже миллион раз вам говорил, что это как железнодорожный состав. Но он едет, он везет их, и это не может не радовать, собственно. Что-то у меня сегодня это прям фраза «собственно». Да. Думаю, что на этом можно заканчивать. Вот. А машина у нас встает на дыбы на любом пригорке. Вот. С вами был Карабаш74. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик ВК. Ссылка в описании под видео на мод. Всем удачи, ребят. Всем пока. Класс, кайте на рекламу.